Вы знаете, вот именно в тот момент, когда наши русские жопы встали в ряд, я понял, что значит настоящая дружба. Дружба – это когда ты готов беззаветно ответить за любой косяк друга. Эти учения действительно проходят не так близко к украинской границе. Поэтому, если вы и в этом случае глубоко обеспокоены, то насколько далеко от границы русские могут проводить свои учения, не вызывая беспокойства у США? Может, во Владивостоке? У меня нет конкретных измерений в километрах. Сибирь может. Где конкретно русские могут проводить военные учения, чтобы вы не считали их провокацией? Если в Сибири проводятся учения, я буду рада обсудить это. Хорошо, но опасения по поводу этих учений у вас есть, и вы считаете их провокационными, так? Да. Несмотря на большое расстояние? Да.